Доброе утро, Виктор Николаевич. Олег Назарян. Сколько лет, сколько зим? Все хреново. На меня вешают 3 убийства. Калешников Евгений Иванович, таломмес, маткала Венаяле. Привет всем. Вот она, финская... Сатана! В простом финском доме простая финская женщина со своим простым финским мужем делает ремонт, и вдруг в дыре, прогрызенной финскими троллями, находит подарки от Санта-Клауса. Саарине Матти. Колесников Евгений. Сын просил на Новый год гранату, а ты вот ему пистолет прикупил. Вместо этого. Это все твои друзья. Готи. Meidän makuuhuoneessa. Työasioita. Tää on meidän koti. Готи идут, а в Финляндии по-прежнему много русских. Виктор Николаевич. Антон Максимович. И мало финнов. И что, большой бизнес? Нет, один сотрудник. Оксана, ведет бухгалтерию. А вообще самое время представить нашего героя. Виктор Керпе. Ты ж у нас в роте, помнится, горностаевым был. Интернациональный долг родине отдал. А помнишь, как в Афгане ночью в патруле сидели? Помню. А русские понты всем понтам понты. Ну, как тебе дом? Да дом-то, конечно, хороший ведь. Чё тут говорить? Но для меня очень скромный. И предложение об отдыхе тоже не блещет новизной. Но мне надо заехать домой в Фусартово. Да ладно, Вить, ну чё ты, давай, сауну затопим, я теолог вызову. В России тем временем президент, да не простой, а женский. Избранный президент России Елена Евдокимова подтвердила участие в конференции 5 держав, которая состоится в Хельсинки. Еще одна дивная девчина приходит к нашему герою. Юлия. В месяце июля явилась к нам Юлия. У героя есть брат, небезызвестный нашему зрителю. Kato, eikö se make? Teetetin näin tuhat. Aion myydä Jevda Kiimaa vierailu aikana. Здорово. Брат. Который щеголяет в футболке Freedom Unstoppable, а на спине изображение президента Евдокимовой. Горностаев ему, правда, говорит о слове «unstoppable» разве не 2П? Эй, читай же Петерин пухеста! Свободу не остановишь! Если ты путаешь Пекерия. Алексей, Юлия. Коллега по Афгану оказался редкой паскудой. Птичка? Да. Завтра... Глаз с него не спускать. Спрятал что-то там в аптечке. Tämmönen voi olla ilkimalta. Siis aivan päreä. Yks ainoa auto koko pihan. Ihan niin kuin sieltä olisi etitty jotain. И вот к чему это приводит. Что-то кто-то искал в машине нашего героя. И если к нему прикоснуться кассовым аппаратом... В фильме есть очень жестокая сцена с финским побоищем. Это поединок Горностаева с ухажером его жены. Кровища, очень тяжелые удары, кунг-фу в действии. Беги! Опета! Ари, аута! Убегали сильно, я вас видел! Такой вот он вот жестокий мир финских разборок, а супруга Горностаева тем временем обнаруживает в ножке кровати, собственно, то, что он там спрятал. Если бы финской женщиной нашли у своего мужа фаллоимитатор для робота, то что нужно с ним сделать? Правильно, шандарахнуть молотком и желательно не один раз. А я не перестаю восхищаться звучанием финских имен. Niin, tässä on Julia ja tämä on Korhonen, Victorin paras kaveri. И русских слов в финской речи. Kaikille terveisiä ja soita, если что. В солнечную Финляндию тем временем прибывают киллеры из России.
это гениальный, это мега правдоподобный ход режиссера. А венчание в храме Христа Спасителя. Поп в городе кадила красная. Спасибо, дорогой. Дело ясное, что кадила красная. Юлия! Герой отправляется к нашим в посольство. Это Виктор Горностаев, полковник Телетов. Посол не алкоголик, не фрик, обыкновенный такой человек. Вот что значит финны. Фильм снимали. Кодовое название операции будет «Калина красная». Кадила красная, калина ясная. Мне кажется, сценарий какой-то славист писал. Калина красная, спасибо. Тише, Витя. Остановите, Вите нужно выйти. Да. Из машины, которая погружается в воду, но наш герой на то и герой, чтобы с легкостью справляться с такими бытовыми, житейскими ситуациями. Бывший президент был из силовиков, из конторы. У них это называется контора, оттуда был бывший президент. Силовикам, которых поддерживала ФСБ и СРВ, противостояли гражданские, за которыми стоит главное разведывательное управление. То есть такая аллегория на Путина и некий конфликт внутри спецслужб. А особенно радует гражданские из ГРУ. Это такая очень гражданская служба. После ельцинской лажи власть взяли питерские силовики, а гражданские оказались недостаточно крутыми ребятами. Да, и один питерский силовик там зверствовал, он до сих пор зверствует. Геннадий Евдокимов все поменял. Он был юрист и гражданский. А это, я так понимаю, аллегория на Медведева? Пользовался популярностью в организациях гражданского общества. Почти как Немцова. Когда Евдокимова убили, его жена Елена Евдокимова заменила его как лидера сил, стремящихся к реформам. Очень приятно, что прямо вот для финских блондинок объяснили, в чем замес этого фильма. Евдокимова на посту президента – это для многих надежда на новую Россию. Не знали они, что еще одна надежда на новую Россию будет баллотироваться на пост президента вот уже сейчас. Они могут убить меня, но демократию они убить не в силах. Было бы круто, если бы они назвали вот эту героиню президент России Надеждой. Представляете, Надежда Евдокимова, Надежда России. Спичрайтеры, что ли, пойти? Силовики обвиняют олигархов-западников во взлете Евдокимовой. А ему же говорил бы по вечерам, ну, Надежда, снимай одежду. Которые давали деньги тем, кто стоит за ней. Сложно понять, кто это, силовик или олигарх-западник, но, судя по косичке, можно предположить, что явно товарищ не из ФСБ. Она после избрания пошла и на олигархов. Вот такую бы нам бабу в президенты. Евдокимова, как говорится, укусила руку дающего. Говорят, что силовики дали олигархам шанс исправить ситуацию. Все в лучших традициях. Bad guys всегда стремятся к коллаборации. Зачем мне в это втянули? Это вопрос, который я могу задавать в начале каждого выпуска, посмотрев очередной клюквенный шедевр. С фамилиями, кстати, тоже все норм. Вронский. Вронский лишь исполнитель. А заказчик Стив Облонский или сам глава ФСБ Лео Толстой? У свободного человека должен быть право на выбор. Иногда. Очень хорошая корректировка финских сценаристов. Иногда. А вот явный представитель сторонницы президента рассказывает, что задумали плохие олигархи, которым дали шанс. Убийцам надо обеспечить попадание ядовитого вещества в организм президента. Типаж выбран вполне точно. Этакий гендерный микс, очень распространенный и устойчивый в мозгах тамошних создателей. Спецслужбы у нас поделены, как и вся наша страна. Никому нельзя доверять. Как грустно. Я так и представляю подобную тетеньку на эхе Москвы, например. Кутузов за вас поручился, это очень дорого стоит. А Барклай де Толли не получился. И вот главному герою дают явку в Хельсинки. Позывным будет следующее. На леса, дальние леса, отзыв за быстрые реки, с высоких гор. Сценарий писался по нашим этим учебникам истории литературы, ну и по сборнику русских поговорок, что, согласитесь, не так уж плохо. Бог даст,
Может, успеем что-нибудь сделать. А вот это явный прокол. Такие вот тетеньки в таком явном образе современной российской оппозиции вот так никогда не делают. А Юлия идет на сделку с Вронским. Теплый. По пол лимона мне и Бекару. И долги твоей матери простят. И пока она ходит за шампанским, вот эти вот киллеры, ну помните, вот которые вот так вот ладошками встречались, они Вронского грохают. Финляндия настолько небыстрая страна, что вот зацените реакцию киллера, который в такой критический момент заметил лишнего свидетеля. А сейчас пятиминутка экшена. Эй, у тебя спички есть? Нет. В России очень непростые гопари. Постановщик драк просто мастер от бога. Но в кармане у любого финского парня всегда есть смертельное оружие. Вот догадайтесь, какое. А у нас в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость в Adidas. Видите, в каких черевичках плохие парни охотятся за нашим героем? Златом отделанным. Да, брат. Каком раз? А теперь самое страшное ругательство Финляндии. Сатана! Сатана! Когда бьете себе по пальцу молотком, кричите. Сатана! Но есть еще одно финское слово. Опла. А вот что тут начальница финской полиции требует от своего стройного подчиненного, можно понять и без перевода. Долго мне тулло факси мита. Мехи факси. Факсин! Он камела талоса факси. С доверенным лицом тем временем встречается плохой человек. Несет меня леса за темные леса. За большие реки, за высокие горы. Кирилл. Виктор Карпа. Настоящий сатана. Вот так они пытаются обмануть нашего героя. Несет меня леса, за темные леса. За быстрые реки, за высокие горы. Кирилл. Виктор Керпа. Да, брат, ситуация, но тебя не проведешь. Опла! Знакомые черевички. Это так логично. Нанятому киллеру везде щеголять в такой совершенно незаметной обуви. Алексей Сойти. Полиция löytänyt sut. Это был термин из справочника русских поговорок. Кристалл, на месте. А вот охрана президента готовит ее приезд в какой-то финский дом. Кристалл, Кристалл, лифт остановился. Но что-то пошло не так. Не может быть. Яблоко всегда работает. Да говно это ваше яблоко. Андроид животворящий, купите и не выпендривайтесь. Своим геройским поступком вы, Виктор Николаевич Горностаев, и ваш покойный брат Алексей Николаевич Горностаев спасли жизнь президента России. В общем, там замес в таком финском стиле. Брат героя погибает, но президент Евдокимова спасена. Имею честь вручить вам золотую медаль героя. Собственно, что за кино? Ну, по-фински я его не произнесу, название я имею в виду. У нас он был переведен как «Сувениры из России», по-английски называется «The Look of a Killer». Вообще, этот фильм основан на сериале. Mä etin yhtä kadonnutta naista. Вот в таком интерьере живет наш герой. Rikonda Bolshoi. Советская ностальгия. Секс под репродукцией перо. Мама в больнице. Виктор Ражешин. Брат в запое. Алёша. Но это не мешает повторить. Ну давай, что ли, выпьем, а? За маму, за то, что мы дома вдвоем, а? Давай, давай, давай. Гееподобные бывшие спецназовцы. Ты знаешь,
Я до сих пор помню, как мы в лагере жарили окуней на костре. Ты был крутым мужиком, Витек. Ты мог бы такую карьеру себе сделать в спецназе. Каким это местом? Вчерашний шубный грея, челудак. Какое у тебя дело ко мне? Стильные шутки. Пимен Макаров? Как пистолет? Прошу. Кутузов. Вот такой он, оказывается, Кутузов. Виктор Курностаев. Кутузов. Чикен Валенто. Спасибо, но желудок не бережет. Ну и так далее. С точки зрения постановки, сюжета, зрелищности, последнее творение наших киношников, ну это просто шедевр по сравнению с этим. Но есть один момент. Русские или российские люди, которые там показаны, они, ну, конечно, кто-то хороший, кто-то плохой, но они люди, они не упыри, не какие-то там фрики. И вот за это нашим финским соседям, конечно, огромное спасибо и низкий поклон. Хочу исправить недоразумение. В конце по традиции хочу сказать, что следующие лекции пройдут в Петербурге, Москве, в этот раз в субботу пройдут в Петербурге в 17 часов. В баре на Гончарной я расскажу про Петербург народной воли. Вот уже детально, что, где, как происходило. Такая выжимка краеведческая, экскурсоводская, с картинками, песнями, плясками и всем остальным. В Москве та же самая лекция, она будет называться уже «Петербург и Москва. Народная воля», потому что я там еще кое-чего про Москву, связанную с народной волей, расскажу. Это будет в воскресенье в 14.00, там же на Кутузовском, 24, в библиотеке имени Толстого. Ссылки на все встречи есть в описании под этим видео. И что это за комедия была вчера? И из чем? Дорогие друзья, если вы мечтаете стать гениальным певцом или певицей, гениальным клавишником, например, ну, то есть, если у вас есть такие творческие порывы, то у меня есть прекрасные преподаватели по вокалу и по пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам фортепиано. С ними можно заниматься как очно в Москве и в Петербурге, соответственно, либо дистанционно, так сказать, по скайпу или по каким-то другим средствам связи. В общем, если вам интересно, пишите мне в контакт или на электронный адрес. Я укажу его в описании под этим выпуском. Я вас сведу с ними. Также вот буквально сейчас уже везу в Париж первую группу, вторая поедет в феврале, и, судя по всему, будет еще третья в конце марта набирается. Если, опять-таки, вам тоже это интересно, то пишите мне, я вам расскажу, что да как. Тем более вот сейчас вот на подопытных котиках все обкатаю и пойму, что к чему, зачем и так далее. На этом все. Оставляйте комментарии вот там. С вами был проект «Россия. Чужой взгляд». Увидимся следующим выпуском. Пока!